Всем привет, друзья, с вами Андрей и Максим. Я не знаю, может, тебя слышно, может, нет издалека, но... Всем привет! Итак, сегодня у нас очередные под конец FIFA 19 вайгеры, потому что мы посмотрим, как они заходят именно в конце FIFA 19, может быть, будем такие же делать уже в FIFA 20. Сегодня мы играем молодые против самых возрастных. Я выбрал именно золотые игроки, которые самые возрастные и самые вот молодые. Такие составы можете на паузу там поставить и посмотреть. Ну а мы начинаем. Сегодня у нас еще и режим выживания. Я сейчас этот легенду поставлю, чтобы комп против нас был максимальный. Все, погнали, погнали. Опа, все. Ну какой барнаульского Динамо. Оп. Ну примерно да, я сказал такой. Я почти забил. Что-то по ноты. Нет. Ну почти. Сломаем. Отразил. Да не бей ты. Он просто такой, смотри, прогуливался такой, дай-ка уберу, да. Не. Ты постоянно близко бьешь, забить не можешь. А потом вы говорите, Максим не играть не умеет, а ты его еще и тюркаешь. Да никто так не говорит. Да ты, блин, ну почти сломали твоего этого диди. Я пропустил. А почему я не дал пропустить? Ладно. Кто? А почему Хавертс-то ушел? Я, блин, ради него только и добавлял его в команду, мне он так нравится. Знаешь, чем ты отличаешься от флага? От любого, ну флаг просто. Знаешь, чем? Он хотя бы развивается. Судья не очень честный какой-то. Сейчас сутри. На! Ой! Блин, да вы догоняете! Я быстрее добегу. У меня молодые, горячие парни. Опа! Ой! Опа! Чё-то игра пошла. Чуть-чуть. Вот сейчас из него у тебя и уберут. Да? Нет. Не его. Ну, тоже был защитник. Да пошел ты. Я научился эту кривую фигню делать. Оп. Да ты, блин. Ты посмотри, какая минута. 93 минута. Я операцию. Вы игра заходите? Нет. Да, 93 минута. А кого мне отобрали хотя бы все? Все куплено, блин, а сейчас он же свистит. Да. Вот! Все куплено. А кого мне, подожди, под кого мне забрали? Мне Хакими еще забрали. Еее! Честно, я... Дожали! Явно же куплено. 2-1! Я! Да куплено, все. Русская команда выиграла. Смотри, яркие моменты, там одни мои моменты. Смотри, где тут твои? Это только вратаря. Сейв. Промах твоего и все. Сколько? Да, ты смотри, одно красное. У тебя 3 удара в створ. Да. У меня 8. У меня точность. У тебя точность удара больше. У меня точность выше, смотри. 3 удара, 1 гол, а у тебя 2 гола и 8. Ой, я бил больше, это главное удары. В общем, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. С вами был Андрей и Максим. Всем пока.